Отработка ударов и приемов уклонения. На тренировке по боксу в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха собрались профессиональные спортсмены, любители и те, кто только начинает пробовать себя в этом виде спорта. Маленькая Ева пришла вместе с папой, президентом Одинцовской федерации бокса. Она даже ходит пока не уверена, но уже проявляет интерес к тренировке. У нас каждую субботу проходит бесплатные тренировки для всех жителей. И вот как бы сегодня мы проводим очередная тренировка, а в конце лета мы будем здесь поставить ринг и проводить турнир по боксу для всех желающих. То есть мы в начале лета начали тренировки, а в конце уже будем давать возможность, чтобы ребята, которые пришли и занимались, вышли еще и на ринг, помирились с силами и посмотрим, как раз кто как подготовился к этому турниру. Упорные тренировки 3 раза в неделю по несколько часов, и после каждой Глеб отмечает прогресс. Боксом занимается 2 года. Спорт дисциплинирует и создает дополнительную мотивацию, отмечает юный боксер. Одинцовская федерация бокса – это не только о тренировках. Это в целом как одно сплоченное комьюнити, куда каждый может прийти, найти не только тренировки, найти себе друзей, найти себе союзников в общем деле и просто не просто ходить тренироваться, а получать действительно удовольствие и счастье. Держать удар для этих ребят не проблема. На спаррингах они отрабатывают технику и силу. Ну а работа на лапах помогает развить меткость и координацию. Раз. Раз, уход, два. Я участвовал в нескольких соревнованиях. Это приносит уверенность в жизни и, в принципе, в окружении социализируется человек, выступая на соревнованиях. Так что всем советую присоединиться в наш круг боксеров. В конце лета на Лазутинке установят ринги. Каждый, кто хочет попробовать свои силы в боксе, сможет прийти на открытый турнир. Присоединяйтесь и вы. Мы хотим показать, что бокс – это семейный вид спорта, и могут заниматься все, не только для достижения каких-то суперрезультатов в спорте, да, но а также для профилактики здоровья. Екатерина Крамер, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».